Браті, сестри, милістю Божою ми маємо таку можливість зібратись в дім молитви. Звісно, я так дивлюся, всього один вірш, другий розділ Луки, 21 вірш. Підстава нашого зібрання, якщо так взяти по Слову Божому. Да? Один вірш, братів-проповідників чимало. Але я думаю, що ми, християни, розуміємо і не обмежуємося одним тільки віршом, тому що Боже Слово – це дійсно живе і діяльне, і торкається сердець, які готові його почути. Ми будемо нуждатися, щоб Бог благословив, звісно, братів, всіх нас, але насамперед ми маємо, я думаю, вже готові щиро подякувати Богу. Чудова можливість сьогодні в нас, в ці останні дні, можна сказати, така безпрецедентна, тому що мало де є таких місць, щоб було стільки зібрань, щоб були такі зібрання, знаєте, без перешкод, і це милість Господня. Звісно, чимало є людей, які і підвласні люди, тому що в загальному то робочий день, але ми маємо можливість, як і 8 днів назад святкували, то Слово Господнє каже, на 8-й день знов Ісус Христос був принесений в храм від дня народження, на 8-й день. І сьогодні ми маємо таку подію. Сьогодні це ім'я, яке ангел назвав ще до зачаття і сказав Марії і звістив Йосипу, це чудове ім'я, і воно має прославлятись і в нашому зібранні, і в нашому житті. Давайте встанемо, щиро подякуємо Господа. Як швидко наші дні плигуть, як тіння відминають, і нас вони ведуть, звідки ще не вертають. Sleep.
Слава Господу за цей ранковий час, де ми прийшли в дім молитви, так як братом і було зазначено, щоб відмітити ту євангельську подію, правда, яка в свій час відбулася, друзі. Де й брат говорив, що написано тільки один вірш. Я нагадаю всім нам, і будемо ми, ще скажу, і будемо молитися до нашого Господа, до нашого Спасителя Ісуса Христа. Євангелія від Луки, з 2 розділу, 21 вірш. Коли ж виповнились 8 день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був анголом назвав, як ангел назвав, перше, ніж він у утробі зачався. Ось таке сталося. Прийшли обрізати дитину і дали ім'я Ісус, як було сказано ангелом. Коли ми візьмемо Євангелія від Луки, перший розділ, 31 вірш, такі слова, я нагадаю, а ангел, з 30-го вірша візьму, а ангел промовив до неї, до Діви Марії: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус». Так в свій час явився ангел Діві Марії і звістив, що станеться, і ім'я дав, ім'я Ісус. Також я нагадаю ще Євангеліє від Матвія, перший розділ, 21 вірш. Там теж така цікава історія. Візьму її вище. І коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від гріхів їхніх». Ось таке сталося, коли Марія повернулася від своєї родственниці Єлизавети, вона вже було й написано 3 місяці, і Йосип побачив, що Марія є що? Вагітна. І хотів її що? Таємно відпустити Марію. Але ангел явився Йосипу в сні і сказав: «Не бійся прийняти дружину свою Марію, ібо зачати є від Духа Святого, і родить сина, і назвеш йому ім'я Ісус». Друзі, це ім'я було дане ким? Богом, друзі. І ми знаємо, що
Ісус Христос є Спаситель світу. Коли читаючи Євангелію, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що ім'я Ісус по-єврейськи означає Єшуа, що значить Єгова спасе. Єгова спасе. Друзі, ми знаємо, що далі йому дано було ім'я Ісус Христос. Ісус Христос, що означає хто? Помазаник Божий, друзі, посланець Божий, друзі. Але вороги в свій час на Христі дали ім'я йому Ісус Назарей, цар хто? Іудейський, друзі. І ось ми прийшли в цей ранковий час, щоб поклонитися тому цареві, цареві над царями, який прийшов у світ для того, щоб спасти кого? Нас, грішних людей, друзі. Це ім'я превіше всякого імені. І сьогодні над цим іменем, знаєте, багато людей мають що? Спасіння, друзі. Тому що так написано, що так Бог полюбив світ, нас, грішних людей, і послав Сина Свого, єдинородженого, даби всякий віруючий в Нього не загинув, але мав що? Життя вічне. І ми знаємо, що ми живемо вже в 2020 році від народження нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. Христос свій час, коли прийшов у світ, сказав: «Не думайте, що я прийшов нарушити закон чи пророків, а я прийшов, що виконати, друзі». І над Христом було виконано оце цю заповідь, яку в свій час дав Бог Авраамові ще, друзі. І також і в законі теж написано, що всяка плоть мужського пола була обрізана в цей восьмий день. Коли навіть ми візьмемо Євангеліє від Луки, також перший розділ з 57-го верша. А Єлизаветі настав час родити, і сина вона породила. І почули сусіди, і родина її, що Господь свою милість велику на неї послав, та й утішалися разом із нею. І сталося, восьмого дня прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням батька його Захарі. Також Іоанна Хрестителя прийшли обрізати восьмий день, хотіли назвати його Захарій. І озвалася мати його та й сказала: «Ні, нехай названий буде Іван». І до неї сказали: «Та ж у родині твоїй нема ж жодного, який названий був тим ім'ям». І кивали до батька його, як хотів би назвати його. І попросивши ж табличку, написав він слова «Іван», імення йому, і всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога, і страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всій верховинах юдейських пронеслася чутка про це все. А всі, що почули, розважали в серці своїм та казали: «Чим то буде дитина отця?» І Господня рука була з нею. Так в свій час і відбулося над Іваном Хрестителем, який прийшов у цьому світ, щоб приготувати дорогу для кого? Для нашого Господа, для нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, щоб спасти нас, грішних людей. І ми сьогодні є в домі нашого Господа, в домі нашого Спасителя Ісуса Христа. І прийшли поклонитись йому, друзі. Давайте ми цей ранковий час станемо на наші коліна і прославимо нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Йому слава навіки. Амінь. Життям твоїм, що стало 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 життям твоїм,
Не знали, в небі зірочки мигали, пастухи в полях дрімали. Раптом небо освітилось, Боже воїнство з'явилось, щоб звістити чудо Боже, щоб раділи всі, хто може, і співали «Слава Богу! Ти забудь свою тривогу! Мир, любов, благовоління, всім звіщаємо спасіння!» Пастухи тоді зраділи і в печеру поспішили. Наш Ісус тоді скорився, щоб для Бога ти родився. Хай небесне світло з нами буде тут, як з пастухами. Амінь. Слава Богу! Слава Богу! Ви знаєте, сьогодні такий, мені кажеться, той святковий час, правда? Ми споминаємо про те чудне народження нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу вас привітати тими такими чудовими словами. Христос народився! Слава Ви знаєте, Бог, Він любить нас. Я, знаєте, сьогодні не думав бути на цьому місці, тому що в нас вечором таке служіння. Але моя дружина працює на заводі, я під'їхав машиною забрати дружину з роботи. І підходить ваш брат до мене. Каже, як ти тут оказався? Кажу, забирай дружину з роботи. Каже, у нас служіння рано. Кажу, так. Да. Кажу, то треба відвідати вашу церкву. І знаєте, приходжу додому, я передівся. І приїхав на це місце. І я дякую Богу, що так є багато на цьому місці. Я думаю, сьогодні, може, робочий день, буде мало людей. Але бачу, є трохи людей, які слухають Слово Боже. Ви знаєте, дійсно, чи народився наш Господь Ісус Христос у наших серцях? Ви знаєте, часто буває, люди говорять, що Ісус народився, але, знаєте, серце їх дуже є далеко від Бога. Але ми пізнали того, хто полюбив нас любов'ю вічною. Ви знаєте, ми не заслужили лучше, ніж ті люди, але Він щось знайшов нас у цьому світі гріховному. Він полюбив нас, коли ми ще були грішні, коли ми були далекі від Бога. Я не раз роздумую над своїм життям. За що мене Бог полюбив, що знайшов мене такого грішного, грязного, який я був. І Бог, знаєте, Бог підняв з того тинистого болота і з рва глибоко витягнув. Ви знаєте, і я дякую Богу, що Він є Бог любові. Він полюбив нас любов'ю вічною. І знаєте, не раз роздумую, що як Бог може, життя, яке кається, розвалюється, нема нічого, кається, все розрушиться. І Бог може, знаєте, цю сім'ю, це життя може об'єднити, зробити, знаєте, повноцінним життям. І я радію тому, що Бог дійсно, те, що Бог обіцяв, в житті моєму Він виконав. Бог усе дав необхідне для життя. Я, знаєте, я завжди казав, Господи, якщо Ти мене витягнеш з цього рва гріховного, я буду завжди дякувати Тебе. Я буду говорити про те, який Ти добрий і люблячий Бог. Ви знаєте, Бог, Він не залишив, Він не покинув, Він підняв і дав цю можливість. І завжди дякувати Його. Я не буду довго затягувати, тому що брати ще будуть говорити Слово Боже. Я теж напомню про те чудове народження нашого Господа Ісуса Христа. І це записано в Луки,
З другої голови такі слова. «І трапилось тими днями, вийшов наказ цара Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповіла, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. Вони перестрашилися страху великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо ось я благощу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелами сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них, небо пастухи почали говорити один одному: ходім до Вифлеєму та й побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи вже повернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили, як було сказано». Ми почули цю історію про чудне народження нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, люди в свій час, вони відійшли далеко від Бога, грішили, не мали спілкування з Богом, але, знаєте, у Божому плані було, як би спасти людей від їхніх гріхів. І тому в плані Божому було послати Сина свого Ісуса Христа на цю землю, для того, щоб взяти всі наші гріхи, всі наші беззаконня і занести їх туди, на Голгофу. Тому що люди рождалися грішні, і нічого не могло їх очистити від цього гріха. І для того, щоб спасти людей, дітей грішних, треба було послати Сина свого Ісуса Христа. І ми чули про те чудове народження нашого Господа Ісуса Христа. Він, будучи Богом, будучи там у славі небесній, де були воїнство небесне, хори ангелів, все славили Його, але Він пішов на цю гріховну землю, де був гріх, де була неправда, для того, щоб спасти нас від наших же гріхів, Він спас нас. І тому це чудове слово каже, і звіщаємо вам велику радість, народився Спаситель Ісус Христос, який спасе усі народи. Дорогі друзі, якщо б не наш Господь Ісус Христос, ми не були б на цьому місці, ми не знали б один одного, ми не були б, понімаєте, раді, не раділи б, тому що без Бога, ви знаєте, радості ніякої немає. Але ми, знаєте, маємо ту радість в тому, що навіть коли наше життя закінчиться на цій землі, ми маємо надію на вічне життя. Бог обіцяв щось прекрасне, лучше, ніж на цій землі. Хоча, знаєте, Бог на цій землі нас благословляє. Я думаю, що ми не голодні, ми не холодні, але ми надію маємо на вічне життя. І слово каже: блажена людина, яка помирає в Господі. Що таке блаженство? Це найвище щастя, коли людина помирає в Господі. Ви знаєте, скільки людей у цьому світі? Вони мають багатство, вони мають все, але вони не мають радості в своєму життю. Вони навіть покінчують своє життя. Чого? Тому що нема задоволення в серці, тому що не живе той, хто створив нас, хто дав нам життя. І хочу, щоб ми його завжди славили. Вони не мають цієї радості. І знаєте, їхнє життя, воно не має смисла. Да, на перший погляд, може, радіють, там перші дні там живуть нормально, все. Але приходить час, і людина задумується. Приходить старість. І думає: а куди я йду? Для чого я народився на цю землю?
Але ми народилися для того, щоб прославити нашого Бога. І тому я дякую Богу, що Бог свій час і знайшов мене в цьому світі. Я дякую, що Бог і вас знайшов у цьому світі. Він полюбив нас любов'ю вічною. І тому, знаєте, я завжди дякую Богу. Я люблю співати, їздити, співати. Я сьогодні не думав брати гітару з собою. Але я дякую Богу, що я на цьому місці, що я можу з вами разом прославити нашого Бога. Тому що Він один достоїн слави, Він один достоїн подяки. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Церковь. Меня зовут Костя, мне 48 лет, я женат, у меня трое деток, я приехал с Макеевки, переехал, живу в Сдолбунове, подарили нам домик там, мы живем там,
потрохи вивчаю українську мову, кое-що получається, трохи ні. От. Так що сьогодні з вами можу бути. Благодарю Бога за те, що у вас багато діток. От. І я смотрю, що тут браття теж паралельно собрання ведуть. Хлопці, прошу вас молитись. Можете молитись за мене? Я зараз буду проповідувати, я прошу, щоб ви молились за мене. Можете? Добре, дякую. Молиться за мене. А я за вас потім помолюсь. Добре? Хорошо, щоб ми разом звершували зібрання. Молодці. Вот. Ну, як ми оказались в Долбунові, немножко свідчення скажу, потім прочитаємо Слово Боже. Жена моя з Колодинки, і ми, коли почалась війна, то жена отвезла діток в Колодинку, там теща моя живе. І дітки ми знаходились там, а я в Макеївці був. Я завершав служення, я був пастором церкви там, в Макеївці. Вот. І літом, в кінці августа, ми вирішили забрати дітей, поїхати в Колодинку, забрати дітей. Вещей не брали, думали, школа продовжується, нужно поїхати забрати дітей. Вот, приехали в Колодинку, но вернуться мы не смогли, потому что у меня болезнь моя приключилась, обострилась болезнь моя, попал в больницу и ну, не мог вернуться. И я потом понял, что уже я не смогу вернуться, не смогу там жить по состоянию здоровья. Вот, и так остались жить мы в Колодинке. И однажды нас пригласили в Здолбунов. В Здолбуновскую церковь, баптистов на Парковой, чтобы я там проповедовал, детки пели, я проповедовал. И на следующий день, после того, как мы совершали служение, позвонили, пастор позвонил мне, говорит, один человек хочет встретиться с тобой, Костя. Я говорю, хорошо. И мы встретились с этим человеком, и он сделал мне предложение, говорит, есть такое желание, чтобы ваша семья переехала совершать служение в Здолбунов. Я говорю, ну, вы знаете, у меня жилья нет. Вопрос этот не решен. Он говорит, мы этот вопрос решим. Решим этот вопрос. Я говорю, а как вы решите? Он говорит, мы тебе купим жилье. И вы знаете, вот по милости Божьей подарили нам домик. Вот, и сейчас мы в этом домике ремонт продолжаем делать и по милости Божьей живем. Вот такое короткое свидетельство. Чудо Божие. Можно сказать, чудо Божие. Слава Богу. Вы знаете, три причины есть, почему Господь собрал нас сегодня здесь. На основании того праздника, который мы имеем с вами. Да? Иисуса Христа принесли в храм по трем причинам. Первая причина – представить перед Господом, что есть такой, родился такой младенец, перед Богом представить. Это первая причина, почему вот эти мальчики, девочки, все мы здесь, чтобы мы предстали перед лицом Бога. Аминь? Аминь. Вот мы здесь находимся. Вторая причина, зачем принесли Иисуса Христа в храм. Хлопцы, навіщо принесли Иисуса Христа в храм? Ну, кажите, навіщо? Чтобы обрезать, да, вторая причина, чтобы было совершено обрезание по заповеди, по еврейской традиции, по заповеди. Вот это вторая причина, почему мы сегодня в этот праздник здесь. Сегодня Господь хочет совершать наше обрезание. Интересно, да? Бог хочет совершать наше обрезание. И скажете, что ж Он будет обрезать у нас? Сердце. Может Господь обрезывать сердце? Хочет. Может и хочет Бог. Потому что там, знаете, прилепляется. К сердцу периодически что-то пристает, приклеивается. Какие-то телефоны, смартфоны, деньги, не знаю, что еще может. Много всего может приклеиваться к сердцу. Вот причина, почему мы здесь собрались. Именно в этот праздник причина. Бог говорит, я хочу обрезать ваши сердца. Мое сердце и ваши сердца. Аминь? Аминь. И третья причина.
почему мы здесь в этот праздник, потому что Иисус, Он должен быть, как мальчик, посвящен Господу. Посвящен. То есть Бог имеет над ним полную власть. После того, как родители посвящают, приносят за мальчика жертву, они отдают его в руки Бога и говорят, что этот младенец над ним имеет власть, Бог полную власть. Вот это причина третья. Третья причина, почему мы здесь. Бог хочет обновить наше посвящение. Именно в этот праздник. В этот праздник. Чтобы обновилось наше посвящение. Я знаю, я верю, что многие из нас посвященно трудятся Господу, молятся, постятся, жертвуют. Знаю, что вы сейчас строитесь, по-моему, да? Строитесь? О, строитесь. Значит, там тоже немало силы нужно и пожертвований. Кто-то, может быть, колечко свое продал, кто-то цепочку, кто-то, может быть, телефон новый не купил, а хотел. Хотел, не купил, пожертвовал во славу Божию. Это посвящение, это хорошо. Но Бог говорит и хочет, чтобы мы еще посвящали себя, еще больше посвящали. В этом предела нету. Это хорошо, когда мы предстали пред лицо Божие, обрезаем наше сердце и посвящаем нашу жизнь Господу вновь и вновь. Какое это счастье быть свободным в духе. Какое это счастье, когда через тебя действует Дух Божий. И не только, когда ты говоришь на языках, а когда ты можешь в жизни своей видеть дела Божьи, которые Бог через тебя делает. Какая это жизнь? Жизнь в Духе. Это та жизнь с избытком, о которой сказал Иисус. Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели жизнь с избытком. Вот это жизнь с избытком. Когда ты видишь, как Бог тебя употребляет, что бы ты ни делал, куда бы ты ни шел, Бог говорит, я буду через тебя проявляться. Я хочу через тебя проявляться. В силе своей, в любви, в терпении, в мудрости. И когда я замечаю, что Бог употребляет меня, когда вы замечаете, что Бог употребляет вас, какое-то состояние счастья и блаженства, что я ничтожный маленький человек, грешник со своими недостатками, Бог берет меня и употребляет. Блаженное состояние, вот скажите, правда мы счастливы в этот момент, когда можем что-то сделать для Бога и видим, что не мы делаем, а Бог через нас это делает. Но важно сегодня, знаете что, поговорить, очень сосредоточить наше внимание на обрезании сердца. Потому что если наше сердце периодически не проходит вот это обрезание, освобождение от того, что там приклеивается к нашему сердцу, Бог не может действовать в нас и через нас в такой силе. А нам бы так хотелось. Нам бы так хотелось, чтобы с нами были люди, которые еще не знают Бога. Не только наши дети были с наших семей, да? Чтобы мы крестили не только наших деток, которые вырастают, подрастают, но чтобы мы крестили людей, которые соседи наши, знакомые, коллеги по работе, люди, которые не знают Бога. И вот чтобы это происходило, Бог хочет через нас повлиять. И вот давайте мы сегодня поговорим об обрезании нашего сердца, о настоящем, истинном обрезании, как говорит об этом Слово Божие и конкретно говорит апостол Павел. Мы читаем из послания филиппийцам. Давайте мы с вами откроем, у кого есть. Филиппийцам, 3 глава, со 2 стиха. Филиппийцам 3 глава, со 2 стиха. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Вот мы начали говорить об обрезании, и тут же как-то какая-то странность возникает. Павел говорит, берегитесь обрезания. То есть получается,
ми можемо бути обрізані неправильно. У нас може бути ложне обрізання, неправильне обрізання. От давайте немножко об этом еще прочитаем послание римлянам. Неправильное обрезание. Мы будем говорить об истинном обрезании, но сначала давайте подумаем, неправильное, ложное обрезание. Вот как оно выглядит? Что это такое? Послание к римлянам. Во второй главе мы читаем такие слова. «Ибо не тот верующий», там слово «иудей» написано, а я поменяю на «верующий». Это не будет грешно так? Не будет, хорошо. «Ибо не тот верующий, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот верующий, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога». То есть вот Павел тоже говорит, что ложное обрезание – как оно, признак ложного обрезания, что человек внешне выглядит красиво, можно сказать, благочестиво, выглядит как верующий, одет прилично, не курит, не пьет, на хорошей машине ездит. Это же тоже признак верующего или нет? Я смотрю, у вас хорошие машины, хорошо работаете, Бог благословляет, ну чего нет, пусть благословляет Бог и дальше благословит. Хороший признак, можно сказать об этом. Но Павел говорит, это внешние признаки, но это не есть настоящее обрезание. Вот к этим признакам бы ложного обрезания, знаете, что бы я еще добавил? Я бы еще сказал так, вот как узнать, у меня ложное обрезание или настоящее? Мое сердце по-настоящему свободно от всяких привязанностей. Или там что-то есть такое, что влияет, и знаете, оно как пиявка присосалось к моему сердцу. И я хочу помочь людям, а сила Божия через меня не действует. Вот как узнать? Признак ложного обрезания какой? Отсутствие влияния на людей, отсутствие силы Божьей. Вот это признак. Признак, что мое сердце в каком-то вопросе не обрезано, не освобождено. Послушайте еще раз. Если я, если вы, если ты не можешь повлиять на человека, который рядом с тобой, хотя бы на одного человека повлиять, то значит в сердце мое и твое к чему-то привязано, и сила Божья не проявляется. Вот давайте такой простой вопрос зададим. Привел ли я за последний год человека к Богу? Ну, понятно, с силою Божию. Привел? Хорошо. Давайте другой вопрос. За 2 года кого я привел? Повлиял на кого? Вот коллега, работает я с ним. Или сосед мой, или знакомый, или просто ну, человек какой-то, не знает Бога. Повлиял я на этого человека? На кого я повлиял за последние 5 лет? Был такой человек? Хороший вопрос. Вот я тоже думаю над этим вопросом. На кого? Вот смотрите, столько проповедей мы говорим, столько проповедей слушаем. Да вы уже каждый из вас может проповедовать. Не хуже, чем братья. Все знаете, все понимаем. Влияние, понимаете? Если мы с вами не влияем на людей, которые окружают нас, не приводим Богу хотя бы одного человека, за 10 лет, ну давайте так, за 10 лет, вот скажите, за 10 лет кого мы привели? Я привел силою Божию к Иисусу Христу, к Богу. Кого? На кого я повлиял? Бог же этого хочет. Бог же это может сделать. Но получается, если этого нет, значит, это признак, что у меня нет силы Божьей. Или Бог не действует. А вы слышали, что есть такие церкви, и у них люди неверующие каются? И много каются? А как так получается? А как получается? Значит, там сила Божия, мы говорим, 90-е, вот тогда сила Божия такая была.
что дашь человеку брошюрку, скажешь слово из Библии, он бежит к Богу. А сегодня сила Божья, ну как? Ну, поменьше стало силы Божьей. Так? Или нет? Ну нет, конечно. Но в чем причина? В нас. Костя, что ты хочешь сказать? Ты что, хочешь сказать, что мое сердце не обрезано? Если я не влияю на человека, не могу повлиять силою Божию, конечно, силою Божию, на человека, хотя бы на одного, то мое сердце к чему-то привязано, что сила Божия не действует через меня. Ты это хочешь сказать? Я это хочу сказать прежде всего себе и тебе, конечно же. Соглашайтесь вы с этим или нет? Соглашаетесь? А не печально соглашаться, что получается, что сердца наши не обрезаны? Вот давайте такой пример из Ветхого Завета. Гидеон. Гидеон, помните? Господь говорит, муж сильный, Господь с тобою. Помните? А Гидеон, да какой я сильный, Господи, я вот самый маленький. И если там, ну где ж сила Божия? Помните, я своими словами пересказываю. Он говорит, если Бог сильный, то где все эти чудеса? Где эта сила Божия, про которую мы слышали и так далее? Если я сильный... Гидеон говорит Господу и ангелу, если Бог сильный, то где все это? Бог говорит, я посылаю тебя, иди с этой силою твоею и влияй на людей неверующих. Ну, там было сражение с мадианитянами. Иди, бейся с ними, сражайся. И вот там интересный факт такой. А сердце ж, по плоти Гидеон был обрезан, как еврей. А сердце не обрезано. Скажите, от чего было не обрезано сердце Гидеона? От чего? От страха. Спасибо. Спасибо. От страха. У него там что-то было небольшое имущество. И он переживал за это небольшое имущество, за свою жизнь, за своих детей. Естественно, он переживал, как прокормить детей, жену, он как мужчина, как в доме переживал, вообще будут ли они живы, и этот страх сковывал его сердце. И можно сказать, что его сердце настолько было привязано к своей семье, что для него было страшно выполнить волю Бога. Когда Бог является ему и говорит, иди, я посылаю тебя, а ему страшно, понимаете? Он не может силу Божию проявить. Почему? Потому что так привязан он к своему миру. Знаете, помните, где он выколачивал эту пшеницу? Забрался в такую каменную бочку, точила называется. И вот там прятался, и потихоньку выбивал. И мы так потихоньку и работаем в нашей жизни. Трудимся день и ночь, и пашем, и зарабатываем, и строим, и потом еще. Мы строители украинцы, правильно? Я тоже строитель, я тоже, не, я художник, но я тоже строю. Тоже строю, там дома перестраиваю, так, потом так, разрушил, потом... И так привязывается к нашему сердцу, прилепляется этот комфорт, это удобство. И Бог говорит, ну иди, давай, скажи этому человеку, помолись за этого человека. Я, Господи, да ну нет, ты что, нет... Я самый маленький. Это вот пусть пастор, братья, проповедники, диакона. Вот пусть они там борются, молятся за исцеление, за, ну, за все. Это их ответственность. А я кто? Моя работа маленькая. Вот у меня есть семья, я живу в семье. Я ответственный, я молюсь, я жертвую. Хожу в церковь, детей вожу. Вот детки мои сидят. Господи, ты ошибся, наверное. Бог говорит, будем совершать операцию, обрезание. Может, не надо, Господи? Надо. Ты хочешь, чтобы Господь проявлялся через тебя, через твою жизнь? Не хочешь? А Бог этого хочет. И Он не отступит от тебя, не отстанет от тебя, я прямо скажу, не отстанет Господь. Будет ставить такие обстоятельства, чтобы... Говорит, я хочу через тебя проявляться.
Хочу, чтобы ты был сильный во мне. Хочу, чтобы ты приводил людей к Богу. Это назначение церкви. И вот ложное обрезание, это когда у нас признак ложного обрезания, что я думаю, я обрезан, я свободен, признак нет силы повлиять. Слышите? Вот это признак. Другие не буду называть, там их много, я только один назвал. Нет силы повлиять. Смотрите, если мы как церковь, каждый в отдельности не влияем на людей, не приводим хотя бы одного, это признак, что наше сердце связано. Или сомнениями, или семейные, или неверием, и так далее. Большой перечень. А теперь давайте признак истинного обрезания. Вот Павел об этом говорит. Вернемся к филиппийцам. Филиппийцам 3 глава. Еще раз читаем. Потому что обрезание, можно добавить истинное, мы, служащие Богу Духом. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какой признак настоящего обрезания духовного? Какой признак? Если не ответите, дальше не продолжим. Давайте я еще раз прочитаю. Внимательно слушайте. Потому что обрезание истинное, настоящее, мы, и вот признак, служащие Богу Духом. Вопрос. Какой признак истинного обрезания настоящего? Громче. Да, служение Богу Духом. Правильно? Вот это признак. Вот если мое сердце свободно, свободно от привязанности, Бог меня обрезает периодически, у меня есть сила Духа. Я могу служить Богу Духом. И Бог этого добивается. Помните, как тому же самому Гидеону Господь говорит, ну иди на войну. Но только знаешь, одна есть проблемка. Какая, Господи? Сильно много с тобою людей. Ну так это ж хорошо. Чем больше храбрых, тем победа будет за нами. Нет, Бог говорит, сильно много. И как Бог начал говорить это Гидеону, говорит, и Бог сказал Гидеону, если там кто-то боится из людей, скажи, пусть идут домой. Как вы думаете, вот в этот самый момент, когда Гидеон услышал слова Бога, что Бог распускает армию фактически, как вы думаете, его душа начала напрягаться? Да. А его дух? Вот его дух начал работать на всю катушку, знаете? Дух начал работать. Господи, Господи, помоги, помоги. Вот это началось служение Духа. А до этого он может быть душевно, знаете, как мужчина все-таки, да что ж, да сейчас пойдем, да мы завоюем, да вместе, ребята, как вы, давай, 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 вперед, душевно поддержим. А тут Бог говорит, расходитесь, по одному так ты пойдешь, засвидетельствуешь, вот ты, сестричка. Я? Сразу дух напрягается. Я? Господи, да нет. Я нет, я не могу. Бог говорит, так, давай, обрезаем твой страх, напрягай свой дух. И вот человек, который обрезанный, признак, он служит духом. То есть он готов. Вот как эта кафедра служит? Вот она, на нее можно что-то положить. Микрофончик тут стоит, можно Библию положить. Можно вот так опереться, если уже проповеднику совсем плохо или устал, оперся на кафедру. Вот она служит. А дух как? Бог говорит, ну что, иди. Если человек служит духом, он сразу молится. Господи, да, это слово твое, ты сказал. Все, да, Господи, помоги мне. Молится сразу духом. А вы ж молитесь духом, правильно? Вот молитва сразу идет. Не только как Гидеон, да нет, Господи, я самый маленький. Ну, первая реакция может быть такая. Но потом дух включается. И здесь написано «духом» у меня с маленькой буквы. Служит духом с маленькой буквы. Это о чем говорит? Чей это дух? Мой. Слышите? Мой дух. Моим духом. Конечно, силою Божию, но мой дух напрягается. И вот признак истинного обрезания, что мое сердце обрезано, я могу служить Богу духом.
Я предоставляю для Бога мой дух и говорю: Господи, вот я, пошли меня. Я был миссионером в России 5 лет. В Якутии жил, в Костроме жил. А там в Якутии шаманы. Там у них национальное вероисповедание – шаманизм. Там эти духи. И вот мы когда приехали, то мы со всеми этими духами познакомились. Как они там влияли на меня, на мою семью. Дети начали болеть. Я говорю: Господи, да что ж это такое? Бог говорит: ну давай, сынок мой, сын мой, начинай служить духом. А я жил в Макеевке, жил на Украине, все хорошо, церковь прекрасно, мы вместе, братья, сестры. Потом направили, поехал туда, Господь меня направил. И там один: Бог, ты и люди. И они не знают Бога. И они все кормят духов. У них такая традиция. Они кормят этих духов. Там кушать им дают, нечистых духов. Кормят. Разговаривают с ними. Они связаны этими духами. И Бог говорит: ну, сын мой, начинай. Действуй. Вы знаете, дух сразу напрягается. Думаю: Господи, что-то я не туда приехал, не туда попал. О, Господь, помоги. И сразу из сердца начинают уходить разные привязанности. Бог начинает обрезать, обрезать, обрезать. То есть ты должен быть свободен. Если человек ложит руки на плуг и поворачивается назад, Иисус говорит: ты не можешь пахать. Просто ты не сможешь. Так, полагающий руки на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. Ты не сможешь пахать. Поэтому признак истинного обрезания, когда человек напрягает свой дух и готов силою Божию, с верою идти и влиять на людей. Кстати, вот давайте прочитаем этот стих интересный насчет Гидеона. Книга Судей, я немножко прочитаю. Книга Судей, 7 глава, 17 стих. После того, как Гидеон был обрезан в сердце своем от страхов, от всего... Смотрите, какие слова он говорит. 17 стих. Судьи 7:17. «И сказал им», Гидеон своим солдатам, у него 100 человек осталось, «смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то вы делайте». Что это? Человек влияет. Влияет на церковь, влияет на людей неверующих. Он говорит: смотрите на меня. Вот если человек служит духом, он может сказать человеку: делай так, как я. А если он не служит духом, не обрезан, он не может так сказать. Мы говорим: смотри на Иисуса Христа. Понимаете? На Иисуса Христа смотри. Вот, например, неверующие люди, они грамотные. Они смотрят на нас, да. Ну и что твой Бог дает тебе? Ну и как ты живешь? И если я говорю: ну вот смотри, я открываю двери своего дома, заходи, пожалуйста. Вот смотри, вот такие у меня отношения с детьми. Вот такое у меня отношение с женой, с мужем. Заходи, смотри. И делай так, как я. Потому что Бог живет со мною. Хочешь быть с Богом? Посмотри, как я живу. Но если я не обрезан и не служу Богу Духом, я двери дома своего не открою никогда. И я не скажу: смотри, как я, делай, как я, никогда. Я так со стороны скажу неверующим. Знаете, что часто мы говорим? Приходи куда? Приходи куда? Собрание. Да? Приходи в собрание. А может, домой к тебе? Не, домой ко мне не надо. А может, посмотреть на тебя? Не, на меня не смотри, на пастора смотри, на церковь посмотри, на Слово Божие. А может, на тебя? Не, на меня не смотри. К тебе домой? Нет, ко мне домой не надо. А что ты ко мне домой? В церковь приходи. Потому что братья на тебя пусть влияют. Пастор, вот, хор повлияет на тебя. Знаешь, как братья проповедуют? Хор как запоет. О, все, тебя поменяют. А ты? Поэтому, народ Божий, нужно обрезывать свое сердце. Последний вопрос. Как?
Ну вот как его обрезать? Это ж не то, что достал скальпель, обрезал там что-то, выкинул это и сказал: Бог, я обрезан, я тебе буду служить духом. Вернемся к посланию филиппийцам и прочитаем, как сам апостол Павел говорит о себе, как он это обрезание совершает. Возвращаемся к филиппийцам, к 3 главе, и я заканчиваю уже. Филиппийцам 3 глава. Павел говорит, что обрезание – это мы, служащие Богу Духом. 3 стих. И дальше, 7 стих. Вот как он это обрезание совершает, послушайте. Что для меня было, 7 стих, 3:7 филиппийцам, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, то есть отсек. Я отсек. Не Бог, не Бог. А он, апостол Павел, говорит, я это отсек. Преимущество. Вот обрезание совершается тогда, когда я, когда мы отсекаем свои преимущества, свой комфорт. Скажите, вот у нас, как у церкви, как у детей Божьих, у вас, как у члена церкви, как у дитя Божьего, какое преимущество? Вот сегодня здесь какое преимущество? Вы в церкви. Вы слушаете Слово Божие. Это преимущество? Конечно, конечно. Мы понимаем Слово Божие. Наши дети в церкви – это преимущество? Да. Бог благословляет наши домы, мы строимся красиво, покупаем машины красивые. Это преимущество? Да, это Божье благословение. Смотрите, сколько преимуществ у нас. Мы не говорим, что мы иудеи, что мы евреи. Мы говорим за нас, дети Божьи. Смотрите, сколько у нас преимуществ. Дом молитвы вы новый строите. Это ж преимущество. Там будет светлее, теплее, красивее, просторнее, удобнее. Преимущество большое. Бог говорит, обрезайте. Не понял. Что, перестать строить дом молитвы, что ли? Перестать устраивать свою семью? Перестать ходить в собрание? Что обрезайте? Что обрезайте? Для того, чтобы обрезать то, что нас сковывает, а нас сковывает комфорт. Духовное устройство нас сковывает. Понимаете? Дух. Вот это, что я назвал, это духовное устройство. Мы устроились, мы упаковались, мы упакованы, и мы сидим здесь. И Бог говорит, обрезайте это. Выходите. Иисус говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. И потом те, которые помолились так, он же их и послал. Ученики, он сказал ученикам, помолитесь. Они помолились на свою голову, и он же их и послал. Понимаете? Обрезание совершается в тот момент, когда я молюсь и говорю, Господи, вот я, у меня есть много преимуществ. Я могу остаться тут сидеть, мои дети могут остаться тут сидеть, это преимущество. Но вот я, пошли меня, куда послать, вот куда ты хочешь. Да страшно, а куда Господь пошлет? А вдруг в Африку отошлет? Может и так, но скорее всего нет. Скорее всего Он пошлет тебя или меня, какому-то человеку, и скажет, вот пойдешь к твоему соседу, просто пригласи его на чай, или к твоему коллеге по работе. Пойди к нему и скажи, приходи ко мне на чай. Не в церковь. Потому что в церкви ты привел человека, и ты не напрягайся. А домой? А домой это нужно уже что-то, знаете, сделать. Или просто пойти к человеку. Так вот, когда мы молимся, Господи, вышли меня, направь меня, употреби меня. Это больно. Понимаете? Это страшно. И Гидеон тоже боялся. Он говорит, Господи, как? Там их много. Там это страшно. Я туда... Но когда я так молюсь... Господи, вышли меня, употреби меня. В этот самый момент Бог отсекает вот эту устроенность, вот этот комфорт, в котором мы живем,
и начинает действовать сила Божия. А мы сказали, это признак истинного обрезания. Сила Божия. Дорогая церковь, я желаю нам всем, вам, от всего сердца, чтобы мы сейчас помолились такой молитвой. Господи, вышли меня, направь меня. Я готов. Да, я упакован. Да, я в церкви. Да, у меня все хорошо. Но употреби меня. Пошли меня, Господи. Может быть, будет дискомфорт. Может, мне страшно будет подойти к кому-то, кого-то пригласить, помолиться вместе с кем-то. Может, за исцеление кого-то помолиться. Страшно. Но употреби, Господи. Недавно я посетил одну сестру с нашей церкви. И я зашел в подъезд, а в подъезде там на этаже роспись. Я художник. И я обращаю внимание на такие вещи. Я говорю сестре, мы пообщались с ней, выходим. Я говорю, сестричка, а кто это у вас рисует тут? Она говорит, вот художник тут живет. Я ей говорю, я хочу с ним познакомиться. Смотрите, реакция наша, первая. Она говорит, да его, наверное, нет дома. Он, наверное, в Польше работает. Я посмотрел на нее, говорю, сестричка, позвоните. Ну ладно. Служитель сказал, надо слушаться, звонит. Он открывает, он дома. О, ты дома? Хорошо. Ну, мы с ним начинаем общаться, слово за слово. Он художник, я художник, общий интерес. Он говорит, заходите ко мне, я вам картины покажу. О, хорошо. Мы зашли к нему, он показывает. Я говорю, вот это хорошее, вот тут интересно, вот это. В конце я говорю, слушайте, у меня есть предложение. Вы с женой приходите ко мне домой. Мы с вами пьем чай, вместе что-то нарисуем. Я говорю, даю мастер-классы. Мы с вами что-то вместе порисуем, вы порисуете. Вместе что-то сделаем. Это очень интересно. Он говорит, пиши мой телефон. Мы обменялись телефонами. История продолжится. Вызывает ли напряжение вот это «позвонить дверь»? Да, конечно. Вызывает напряжение открыть дверь своего дома? Да, конечно. Вызывает напряжение вот действовать в духе? Да, конечно. Но когда мы молимся, Господи, употреби меня, мы обрезываем свое сердце, и Бог начинает действовать. Дорогие, давайте мы сейчас помолимся и скажем, Господи, вышли меня, употреби меня и обрежь мое сердце. Аминь. Давайте помолимся. Thank you.
Ісуса. Багато імен появились на світі за час існування життя на землі. Вони возвеличені, славою вкриті за різні заслуги, великі і малі. Вже тисячі років стоять піраміди, де Ніл свої води в Єгипті несе. Туристам розказують навчені гіди про тих фараонів, що зводили все. Там ім'я Хеопс залишив для потомків клинописом в камінь, врубавши його крізь тисячі років руїн та обломків, пронісши дух слави величя свого. Багато імен вже історія стерла найбільшим старанням людським перекір. І слава часів тих давно вже відмерла, руїни і попіл лишився з тих пір. Та ім'я Ісуса ніколи не стреться, воно вкарбувалося в наші серця, і вище імен всіх над світом зійметься у царстві новому, без меж, без кінця. Це ім'я Ісуса нам рідне до болю, найкращого в світі немає ніде. Воно нам дорогу вказало до волі, воно нас до вічності всіх доведе. Брати мої й сестри, не в золото й камінь записуйте в світі свої імена. Хай Бог їх запише своїми руками, то їх не зруйнує ні час, ні війна. Є книга, відкрита на небі у Бога, в ній запис ведеться спасених сердець, їх сльози, їх скорбі, над злом перемога в ім'я невмиручих христових ідей. Хоч ми тут як листя, що падає в'яне, і вітер прохожим під ноги несе, не падаймо духом, залишилось мало, сторицею Бог нам заплатить за все. Крізь всі перешкоди, зневаги й образи веде нас наш любий Небесний Отець не в темні, холодні земні піраміди, а в райдужносяйний Небесний Дворець. Хай славиться ім'я Христове віками, воно найдорожче скрізь інших імен. Підіймемось вище своїми серцями над тлінними гаслами різних знамен. Слава Богу! Душа моя, славте
Твоє ім'я, Твоє ім'я. Слава нашому Господу! Хочу деткам задать запитання. А Ісус Христос був слухняний своїм родителям? Да? Так, як ви? Ні? Інтересне запитання, да? А Ісус любив своїх родителей? Так, как вы, и вы любите своих родителей. Братья и сестры, это запитание для всех нас. Мы дети Божии. Насколько мы слухняны Слову Божьему, насколько оно живет в нашем сердце, насколько мы любим нашего Бога, нашего Небесного Отца, нашего Батько. Иной раз мы кажем «Ава Отче». Это такое ласкательное слово. Не обязательно говорить именно эти слова «Ава Отче». Как-то меня один раз брат спрашивает, а ты молишься, и ты говоришь эти слова «Ава Отче». Я задумался, а нет. Я выбачаюсь, может быть, я кого-то обидел. А лишь я часто говорю «Таточко, Батько мой небесный». Бог не смотрит на наше, как мы произносим или что мы произносим, а смотрит на сердце, с каким сердцем мы к нему подходим. Согласитесь. Он смотрит сердце наше и видит, когда к вам дети подходят и просят у вас что-то, те же самые гроши, может быть, в школу на что-нибудь там купить, и только подойдет и скажет «тато» или «татусечко» или «татусь». И только по одному произношению мы уже знаем, что он хочет, не так? А наш Батько Небесный. Нужна ему форма или наше сердце? Хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии Матфея, 22 глава, с 36 вершику. Запитание до Иисуса Христа. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедей утверждается весь закон и пророки». Лука, 10 глава, 26 вершик, с 26 вершику здесь написано, он же сказал ему в законе, что написано, к нему подошли и спрашивали, в законе что написано, как читаешь, он сказал в ответ, там чуть выше написано, 25 вершиком, я выбачаюсь, вот один из законников, встав и искушая его, здесь уже подчеркивается, что искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Это, наверное, сегодня и нас чуть-чуть так затрагивает. А что нам сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему в законе, что написано, что читаешь? Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». И дальше он говорит, стараясь оправдаться: «А кто же мой ближний?» И я так думаю, мы знаем, что надо возлюбить самая наибольшая заповедь. И вы знаете, зачастую некоторые христиане думают такое: самое главное — выполнить самую первую заповедь, ну и вторую заповедь, а все остальное... А часто, может быть, вы так считаете или слышали, может быть, ну хотя бы как головня из огня.
исполнить пару заповедей, ну, самые такие, придерживаться чего-то одного, и там уже, ну, хотя бы у порожка на коврику, ну, в Царстве Божьем, хотя бы одной ногой. Ну, хотя бы как бы, абы как. И вы знаете, вот эта губительная позиция, если она в нашем сердце сегодня зиждется, то она ошибочна. Глубоко ошибочна. Бог смотрит не на наши только поступки, на наши поступки тоже, но в первую очередь на сердце. С каким сердцем мы подходим к Господу? Он видел, что подошла людина и его искушала. Подошла и спрашивала у Бога то, что наверняка знала. И там написано, что та людина знала Слово Божие и сама стала отвечать. Знаем мы Слово Божие? Знаем. Знаем, как поступать? Знаем. И зачастую приходится становиться на колени и просить у Бога, как же мне поступить? Самая наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всем своим разумением, всем своим естеством. Все, что у тебя есть, возлюби Бога. Как это на практике сделать? Наверное, это самый большой вопрос. И самое просто – положить свое сердце, как там написано, а кто же мой ближний? И он говорит, ну вот шли… Шел один, его поймали, избили, отняли. У кого-то в сердце лежит поступать по воле Божией, а кто-то только для виду делает. Самарянин, с которым не сообщались, а который был изгой в израильском обществе, у него было в сердце. Вы знаете, нечто увидел Иисус Христос в Самарянке, когда пришел до колодца. И в беседе оказалось, да, ее можно блудницей назвать, ее можно плохими словами, несколько мужей уже было, и она... А он нечто увидел в ней, что-то ей не хватало. Не хватало того, что Бог дал ей. Вот эту истину, любить ближнего, любить Бога. Сегодня брат уже говорил много то, что как христиане сегодня могут нарушать вот эту самую большую заповедь «возлюби Бога» в первую очередь, как можно его перестать любить. И вы знаете, это слово было сказано для верующих людей. Израильтяне были искренне верующие люди, знающие Слово Божие, знающие истину. Проблема, что мы сегодня любим нечто другое, чем Бога больше, чем те заповеди, которые Он нам сегодня ответил. Я хочу еще, у нас небогато времени, я хочу прочитать место Священного Писания, которое мою жизнь поменяло в корне. Когда я начал задумываться, и когда Бог мне открыл вот эту истину, которую, я думаю, что вы ее прекрасно знаете и не раз читали, вникали... Она мне запомнилась, потому что как-то я искал 3.16, знаете, самый известный виршик Слова Божия, который говорит, я считаю, оно записано для верующих, Иоанна 3.16 написано для неверующих, чтобы они утверждались, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. 3.16. Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? В молодости этот вершик поменял всю мою жизнь. И я так, ну, я храм Божий, и где-то искал храм где-то внутри себя, и буквально недавно, когда читая Слово Божие, то Слово Божие, которое мы знаем, которое живет в нас, ну, наполняет нас. Другое место Священного Писания, где написано... Тоже
1 Коринфянам 3:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Духа Святого, которого вы от Бога, имеете вы от Бога, и вы не свои?» Вы знаете, вот этот виршик поменял во мне то, что я перестал надеяться на себя. Поймите одно, то, что Бог определил, что мы храм Бога живого. Я долгое время, как я думаю, и вы, изучал, что такое храм, когда он будет построен. И когда узнал, что я храм, что я хожу, и Бог во мне живет, Дух Святой живет в теле моем. Не просто где-то в какой-то душе, в каком-то сердце, которого мы не знаем. Кто из вас знает, где сердце человека, духовное сердце находится? Душа живет в сердце или сердце живет в душе? Тоже большие такие духовные и богословские запытания, которые, ну, лично меня волнуют. Але ж когда я узнал, что и разобрался, что мое тело – храм Божий. И вы знаете, Иисуса Христа, если сравнивать, когда Иисус Христос родился, когда Его принесли в храм, и мы там читаем, сегодня уже читалось то место Священного Писания, той маленький вершик, который мы сегодня святкуем, что в этот день, оказывается, Ему еще и имя дали. И сегодня уже читалось. Это время, когда Его принесли в храм, благословили, сделали обряд, который должен совершиться. И вы знаете, когда Его сравниваешь со своим храмом, это тот храм, в который когда-то Иисус Христос родился. Это тот храм, который, как сегодня брат говорил, должны были обрезать, все нечистое убрать оттуда. Это тот храм, где живет, как мы прочитали, Дух Святой, который является, пребывает. Это тот храм, где возносятся молитвы до Бога. Как часто там слышатся молитвы до Бога. Вы знаете, когда был построен первый Иерусалимский храм, и я думаю, что мы никто не сомневаемся, что там была власть Бога живого. Правда? Бог, когда явился и сказал, как построить храм, и мы читаем в Ветхом Завете, какая завеса должна быть, какое должно святое святых, море должно быть, хлебы предложения. Это все по воле Божией. Со временем туда что-то начали добавлять. Вот так наше сердце, когда-то мы покаялись, приняли крещение, оно было чисто, очищенное полностью, но со временем туда что-то, как сегодня брат опять говорил, мы обустроили его очень комфортно. И на сегодняшний день нам так хорошо жить с Иисусом Христом, и мы наслаждаемся, я наслаждаюсь этим. И иной раз мы не замечаем той заповеди, которую Иисус Христос сказал, чтобы мы шли и проповедовали Слово Божие. Вы знаете, настолько чудная книга, Библия. Около 38 лет я уже член церкви, знаю Бога, хожу с Богом, читаю Слово Божие, читаю то, что вы читаете. А Бог делает чудеса в моей жизни, что открывает те места Священного Писания и открывает, как правильно там написано. Я благодарен Господу, что на сегодняшний день Бог мне открыл еще одно место Священного Писания из Евангелия. Не знаю, недавно я беседовал с братьями, и я поймал себя на мысли, что в Евангелии я проповедовал все четыре Евангелия на все места Священного Писания, которые там записаны, на все притчи по нескольку раз. Нечего там уже найти. А мне Бог недавно открыл такую истину, на которой мне глаза были закрыты. Это чудо. Изучайте Слово Божие. Когда мы изучаем, молимся и просим Бога, когда мы склоняем свои колени в храме своем, когда наш храм склоняется перед Богом, Бог открывает такие истины. Когда Он смотрит, Бог смотрит на наше сердце, когда мы хотим найти истину, Он идет нам навстречу.
Матфея, 10 глава, 9 глава, 36 и ниже, сегодня читался этот вирш. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, и не имеющие пастыря». Не имели они пастыря. Они жили в Израиле, в котором был святой город Иерусалим. Они жили в том Иерусалиме, где был святой храм, посвященный Богу, где проносилось служение Богу, где было святое святых, где приносились жертвы, молились о живому Богу. Это непосредственно все было посвящено живому Богу. Иисус Христос обратил внимание, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Иной раз я так, когда читаем на Рождество, Вифлеем, да, город, великий город. А в Ветхом Завете мы смотрим, что Вифлеем, город, это дом хлеба. И в Ветхом Завете мы читаем, что было время, когда там не было хлеба. Удивительно, да? Жить в святом городе и быть рассеянным, имея храм Бога живого и Духа Святого, который должен жить там, будь пустыми. Никогда не ощущали такого? А пустые, от чего мы пустые? От чего мы что-то там не находим? Может, из-за того, что со временем храм Иерусалимский заставили идолами, и там уже не было Бога. Вы знаете, что это Слово Божие написано верующим людям, да? Верующим людям, которые имеют храм Бога живого, и в котором иной раз только бывает мерзостей, которые не видно, не сказать, нам комфортно, нам хорошо. И нам далеко, извините за выражение фиолетово, те неверующие, которые живут вокруг нас. Нам комфортно, мы получили спасение. Мы живем в последнее время. Уже Слово Божие закрывается, а мне так хорошо жить. Ну, кто-то не спасен, ну, Бог ему судья. И слово, которое сказал Иисус Христос людям, тогда говорит ученикам своим, видит всех тех людей, которые ходят, и они без пастыря. Они не знают, где бы себя, они увидели, что Слово Божие проповедуется, и пошли за Иисусом Христом, оставили свои дома, пошли за Иисусом Христом. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслать делателей на жатву свою. О чем говорит этот вершик? У Бога работы много, правда? Я долго проповедовал на это место Священного Писания. Надо идти и проповедовать Слово Божие. Надо сеять это Слово Божие. Я долгое время сеял. До сегодняшнего дня сею. И буквально недавно мне открылись глаза. Итак, молите Господина жатвы. Не Господина сеятеля. Не Господина в начале весны, когда надо сеять. А молите Господина жатвы. Жатва началась. Уже надо жать. Иисус Христос говорит своим ученикам, это не семена стоят вокруг вас. Это уже готовые колосья. Пойдите, возьмите их, приведите. Они голодные. Они нуждаются в вашей поддержке. Возлюбите меня, изучайте Слово Божие, вникайте в Него, смотрите, что Бог вам скажет. Как Бог нам скажет? Если я буду сидеть дома, возле телевизора, возле компьютера, возле смартфона и думать, ну когда же мне Бог проговорит что-то? Мне комфортно сегодня. Загляни в храм Божий. Найдешь ли ты там сердце свое, молящееся и читающее Слово Божие?
А если мы читаем, молимся, вникаем в Слово Божие, я думаю, что Бог обязательно скажет: иди, проповедуй Слово Божие. Да? Вы знаете, мне не совсем комфортно кого-то приглашать себе домой. У меня комфортно, мне хорошо, но кто-то чужой в доме – это моя беда. Это, может быть, ну, как-то мне через это надо переступить. Але же у меня есть Отец Небесный, который знает мою проблему. Буквально, ну, сколько еще, лет 10 тому назад как-то приходит ко мне сосед, говорит: я хочу провести интернет. Я сегодня не проповедую интернет, абсолютно нет. Он говорит: если хочешь, мне дорого, то там надо заплатить. Ну, нашу мне интернет, ну ладно, давай. Он провел, я в тот дом должен ходить каждый месяц. А его бабушка, говорит, православная. И не может не зацепить, что он был. Одно слово, второе, следующий раз прошел, следующий раз. Может быть, мне не очень хотелось сюда ходить. Бог делает такие, проверьте свои жизни. А Бог делал такие обстоятельства, что вам надо было, если не хотим мы себе приглашать, пойти в чужой дом, к нашим соседям. Мы их очень хорошо знаем, какие они есть. Они грешники, они грешат, они воруют, они их плохие слова говорят. Але ж Бог делает так, что надо пойти, может быть, за той же самой солью, а может быть, еще за чем-то. Начинает беседа, разговор. Я ходил совершенно по-другому. Мы часами говорили про Слово Божие. Часами говорили про Слово Божие. Надо встать и пойти. Молите Господина жатвы. Возлюбите Господа. Мы знаем эти заповеди, знаем? Знаем, читали, читали. Кто не читал Слово Божие, кто не читал Евангелие, кто не читал эти места Священного Писания. Оказывается, уже насеяно столько, мы живем в то... Я поверю, что вот там за полярным кругом, где-то на севере надо еще сеять. Там не знают, там не слышали. Ровенская область пересеяна уже Словом Божиим. Или не так? Может быть, надо уже жать? Соседка как-то попросила у меня Библию, удивился, что у нее нету Библии. Сегодня у многих уверующих есть Библия. Дал ей большую Библию с большим шрифтом и забылся. Через год она меня встречает, я ее подвожу, она просит, у меня пробачен, говорит: я скоро тебе верну Библию, вот мы его там дочитываем с мамой уже Библию. Я говорю: да я вам ее дарю, пусть она будет, и читайте. В следующий раз опять подвожу, он говорит: Саш, скажи, а правда иконам не надо кланяться? Ходит в русскую православную церковь, не в украинскую православную, в русскую православную церковь. И она меня спрашивает: Саша, а правда иконам не обязательно кланяться? Я говорю: правда. Снова едем, он говорит: Саша, скоро будет конец света, как ты думаешь, а когда это будет? Ну, я говорю: ну, 1000 лет еще точно пройдет, а потом будет конец света. А до этого еще очень много должно произойти. Беседа за беседой. Он говорит: Саш, а может быть, ты к нам домой придешь, вот моя мама хочет еще побалакать. Будучи Бог, слыша и видя наше сердце, Бог сделает такое обстоятельство, только нам не прозевать их. Вы знаете, я на сегодняшний день столько моментов прозевал, я каюсь. Столько Бог меня посылал жать, а я не шел. Грех мне? Грех. Я каюсь сегодня. Бог подготовил те снопы, которые надо было уже провести, они, может быть, сегодня сидели бы между нами, а мне так комфортно одному, в моем доме. Я спасенный, и этим чешусь. Пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы были внимательны к чтению Святому Слову. Многие неверующие знают Слово Божие, прочитали и все, и не коснулось их сердца. На сегодняшний день многие верующие знают Слово Божие, но оно их не касается.
они успокоились. Какая самая наиглавнейшая заповедь? Я Бога люблю. Кто увидит и кто докажет? Свою любовь доказать к Богу можно только действиями. Когда наши дети послушные, заберутся на колени, обнимут крепко шею, так крепко, что аж говорит: «Тато, я тебя люблю». И вы знаете, когда бывают какие-то ситуации, надо прибрать или еще доченьку там, или сыну, пойди сделай. «Да, тато, я побежал, потому что они любят нас». А когда смотришь, что они, как кота, когда собака подбегает, вот сразу не любят. А может быть, мы так относимся к своему Отцу Небесному? Да идите, да уже готово, да уже возьмите. Бог уже приготовил это все. Пусть Бог благословит, что мы могли быть действительно Его учениками. Вот эти слова, которые Он сказал: жатва уже поспела, она уже белая. Действительно, мы живем в последнее время. Как можно нам больше привести до Бога? Пусть нас всех Бог благословит. Помолимся. Аминь.